Дорогие друзья, я хочу пригласить вас на беседу о регенеративной медицине. Это новая наука, не технология, а просто новая медицинская наука, биомедицинская, которой не было еще в прошлом веке. Меня когда-то поразило, что более 50% болезней непонятны современной науке, неизвестны причины, следовательно, нет средств лечения. И очень много вообще неизлечимых. Нужно заниматься этими вопросами. И вот многое нерешаемо сейчас, потому что нет понимания, как к этому подступиться. Так вот, регенеративная медицина появилась 10 лет назад как наука в мировом пространстве, благодаря тому, что мы поняли, как регулировать клетки. Вся жизнь, живой организм из клеток состоит. Клетки, мы знаем, регулируются там за счет метаболизма, гормоны, эндокрин, иммунная система, нервная. Но оказалось, что большая часть ДНК, молекулы наследственности, содержит информацию, нетранскрибируемую, нечитаемую в виде структур белков, один ген, один белок, один признак. Очень примитивная модель, только для 2% ДНК. Большая часть молекулы ДНК, что еще там есть, мы не знаем, но большая часть – это регуляция функций клеток. И оказалось, что клетку можно, дифференцированную, зрелую, вот клетку кожи, фибробласт, например, можно вернуть в эмбриональное состояние, можно, а потом из него перевести и в клетки нервной системы. То есть можно двигаться в сторону эмбриогенеза. И стали известны методы, как это сделать. Мы научились из любой клетки человеческого организма получать сначала эмбриональную, а потом превращать ее в другие ткани, следовательно, клонировать ткани человека. Собственно, этим методом можно и клонировать животных, людей запрещено. Прошло 5 лет, и оказалось, что можно из одних дифференцированных, не возвращая клетку в состояние эмбриональной, производить другие дифференцированные, перепрыгивая через вот этот барьер. И вот мы можем теперь манипулировать. И это происходит в нашем организме. И многие болезни связаны со сбоем этих процессов. Но и появился метод воздействовать на клетки. Мы научились выращивать, были открыты стволовые клетки. Стало ясно, что человек – это такая самообновляющаяся движущая машина, да любой живой многоклеточный организм, мы обновляемся. И мы никогда не в состоянии, медицина никогда не умела воздействовать на эти процессы, важнейшие для продления жизни и индивидуума, ну и для продления жизни всех. Появилась возможность создавать лекарственные препараты из клеток человека, того же индивидуума, или других людей, и понижая иммунореактивность этих клеток, их отторгаемость, или другим способом, в общем-то, имплантировать их. Можно выращивать органы вне тела человека. Сейчас это делается для простых тканей. Появились методы клеточной терапии с помощью стволовых или дифференцированных клеток. И появился метод редактирования генома, позволяющий манипулировать некоторыми генами, если есть генетическая болезнь. Вот это регенеративная медицина. Магистратура по регенеративной медицине. Это первая в нашей стране официально признанная Минздравом, признанная всеми, место, где готовят людей, которые будут в состоянии будут извлекать клетки, приумножать их или манипулировать их вне организма, строить из них ткани или создавать какие-то другие свойства этим клеткам и возвращать их в организм. Это вот такая специализация. Регенеративная медицина использует это такое оружие
большого калибра. Это очень сложное, наукоемкое и, в общем, во многом непредсказуемое направление. У человечества нет опыта сотен лет применения такого подхода. Это только начинающийся, поэтому это используется для лечения фатальных заболеваний, тяжелых, для которых нет других методов лечения. И это вообще и не терапия, и не хирургия, и не профилактика. Потому что терапия воздействует на живые клетки. А здесь мы выращиваем те структуры, которые погибли или не выросли у человека в процессе его эмбриогенеза или там, онтогенеза или каких-то других событий в жизни. Сейчас начались клинические испытания лекарственных препаратов, и не хватает специалистов, которые могут производить эти препараты. Я приглашаю вас поступать в магистратуру. Здесь у нас есть и практикумы, и профессиональные цитологи, биохимики, врачи. Участвуют и биологический факультет, и медицинский факультет в этой магистратуре. И есть опыт уже нескольких лет подготовки таких специалистов. Ну и официально признается документ, магистратура – это диплом об окончании, вы учитесь 2 года, поступать могут врачи, биологи, ветеринары, химики. Учитесь 2 года, имея или бакалавриат, или специалитет по этим специальностям. А после этого получаете диплом о высшем образовании Московского университета, который высоко уважаем во всем мире. Будет интересно, здесь вы будете выполнять научные исследования, будете делать дипломные работы, будете работать прямо. Это не упрощенное образование, наоборот. Вы будете работать прямо с самым современным оборудованием и рука об руку с ведущими специалистами страны в этой области. Дорогие исследователи живого и дорогие искатели всего нового и необычного, приглашаем вас в магистратуру по регенеративной медицине факультет фундаментальной медицины МГУ. В рамках обучения вы получите уникальные знания и освоите множество передовых технологий. Мы научим вас основам биоинформатического анализа, научим разрабатывать и тестировать генноинженерные препараты, редактировать геномы эукариотических клеток и создавать геномодифицированные организмы. Скажу вам по секрету, все эти технологии и эти знания, они очень востребованы как среди моих коллег, так и среди фармкомпаний, которые готовы за это платить. Пройдя обучение у нас, вы станете высококлассными, уникальными и востребованными специалистами. Ждем вас. В рамках образования в магистерской программе регенеративная биомедицина вы получите очень важную возможность работать в лабораториях, в тех же лабораториях, в которых мы ведем нашу научную работу, используя такое же замечательное точное оборудование, самые лучшие реагенты и решая настоящие научные задачи. Все это будет происходить внутри вашей дипломной работы, и это, наверное, важное, уникальное отличие нашей магистратуры от большого количества других программ. Поэтому приглашаем вас к нам. Вы помимо знаний теоретических получите очень богатую практику, и это позволит вам в будущем самостоятельно заниматься этой интересной наукой. Поэтому рассчитываем, что в нашей магистерской программе вы найдете для себя много важного и интересного. Факультет фундаментальной медицины реально дает очень хорошие знания, которые вам пригодятся в жизни. Очень много перспектив, особенно если вы человек, который любит делать, любит узнавать что-то новое, любит ставить исследования. Если у вас есть какие-то опыты в лабораторной сфере, в каких-то научных изысканиях, возможно, это будет вам близко, и вы можете легко подать документы на наш факультет и поступить сюда и учиться. Я наконец-то обучаюсь тому, чему я хотела обучаться до этого все годы. То есть у меня была какая-то база лабораторная, несомненно, но она не давала мне вот того стимула, того интереса, чтобы, да, действительно заниматься наукой. А тут со мной общаются на равных, я задаю вопросы, получаю на них ответы, мне позволяют реализовать полученные навыки сразу же на практике. И я получаю это удовольствие. Я понимаю, что
я занимаюсь наукой, и это не просто какая-то научная деятельность рутинная, это то, что сейчас стоит в начале, и это нужно развивать, и это будущее. Это генеративная биомедицина. Это не просто работа с клетками, это не классические культуральные работы, не классическая микробиология. Это редактирование генома, это улучшение организмов или борьба с болезнями. И я одновременно и учусь этому, и могу работать. Я планирую дальше продолжить изучение стоматологических заболеваний и применение подходов регенеративной медицины в лечении онкостоматологии, либо различных заболеваний хронического генеза, воспалительных и невоспалительного генеза. Кому-то приходится из моих коллег познавать некоторые предметы с нуля, но так как это магистратура, здесь не будут требовать с вас знаний больше, чем нужно. Здесь нету такой нагрузки, как в специалитете. Я не могу сказать, что это прям легкая какая-то программа, просто здесь понимают, что человек, который пошел в магистратуру, и чаще всего это люди либо после бакалавриата, либо специалитета, они уже имеют базу, им не нужно вот этой лишней нагрузки классической, которую мы получали ранее. Регенеративная биомедицина будет популярна в будущем, и это вклад в ваше будущее. Это большое будущее, это все очень актуально, и вы никогда не останетесь без дела.